Косовский парламент избрал спикера, однако победители выборов пока не смогли договориться о распределении других руководящих постов в государстве. На первом заседании ассамблеи депутаты проголосовали за назначение председателем Глаука Канюфсе, одного из ближайших соратников лидера партии самоопределения Альбина Курти. Самого Курти называют главным претендентом на кресло премьер-министра. Его партия набрала 26% голосов на выборах 6 октября, при этом разница, занявшей второе место Демократической лигой Косово, оказалась меньше процента. Демократическая лига готова поддержать назначение Курти премьер-министром, если ее представителю пообещают президентский мандат. Курти настаивает, что обсуждение кандидатуры главы государства надо отложить до 2021 года, когда истекут полномочия нынешнего президента Хашима Тача. По закону, если правительство не будет сформировано до конца февраля, парламент будет распущен, а страну ожидают новые выборы.